добрый день! И снова с вами я, Марина Соболь. И сегодня будет очень необычная съемка. Я впервые так буду сегодня проводить процедуры. Но я думаю, будет интересно и для меня, а для вас в первую очередь. Я сегодня подготовила трех моделей и хочу рассмотреть три возраста женщин. Возраст 20+, возраст 50+, и возраст 30+. Зачем нам необходима чистка лица в разных возрастных категориях? А ведь это очень важно. Чистка – это программа, которая предусматривает нам первичное ознакомление с кожей. Осенью, с сентября я всех рада видеть на процедуры чистки лица. Чистка лица – это процедура, которая дает возможность очистить кожу от загрязнений, вывести шлаки, токсины, убрать гиперкератоз, познакомиться с реактивностью кожи, дать ей степень увлажнения в некоторых случаях, убрать, скажем так, те вещи, которые нам будут в последующем мешать в назначении курса, определиться с этапами работы на дальнейшее. Чистка – это первично то, с чего начинается знакомство с косметологом. И всегда первая фраза, которая звучит в телефоне у косметолога – «А можно прийти на чистку?». И вот сегодня три прекрасные модели будут на обслуживание разных уходов. Первый уход мы будем проводить с молодой девушкой 20+. И я сегодня выбрала косметическую серию. Это компания Holy Land Cosmetics, производства Израиль. Возраст 50+. Я буду проводить с немецким брендом Dr. Spiller. И возраст 30+. Я буду проводить с маркой корейской фирмы. Это Genosis. Будет у нас применяться оборудование дарсонализации. И в процедуре Genosis будет применяться ультразвуковая чистка. Поэтому, я думаю, вам будет интересно. Ну, а я буду приступать к своей работе. И начнем мы сегодня с юной модели. Все процедуры будут по экспозициям, поэтому у нас будет плавное время для перехода к следующим девочкам. Первый этап очищения. Очищение очень важно на всех этапах работы с разными возрастными категориями. Я заблаговременно приготовила уже миски с водой для каждого пациента. Для каждого пациента будут перчатки отдельные, чтобы мне потом уже не писали, вот вы не поменяли что-то. Все соблюдено. Все меры, которые необходимы для работы. Первый этап – это очищение. Мы сегодня возьмем вот такой вот препарат, взболтаем. Первое – демакияж. Двухфракционная эмульсия, которая позволяет снимать макияж. Кстати, можно применять при, скажем так, любых возрастных категориях. Очень хорошо снимает все и подготавливает кожу к нанесению основного очищающего средства. Потому что иногда модели приходят к нам не накрашены. Ну, в данном случае есть подсыпание, поэтому мы хотим в домашних условиях скрыть их, правильно? Но в салоне надо все-таки нам снять мейкап. Первый этап мы выполнили. Следующий этап – очищение. В данном случае я применяю Double Action мыло. Мыло с запахом ихтиола, которое идеально подходит для первичного этапа выполнения атравматической чистки. Сейчас по протоколам не рекомендуется выполнять акне-туалет крайне редко, то есть экстракцию комедонов. Эту работу выполнят препараты, которые мы будем наносить с вами послойно. Double Action мыло также назначают в домашний уход. Его можно применять для подсыпаний кожи лица, шеи, декольте и также волосистой части головы. И вот наша кожа подготовлена уже к дальнейшим этапам. Следующий этап, который мы выполним, мы нанесем ферментный пилинг. Это будет первый этап
нашей очистки кожи. Молочный пилинг Лактолан в Холиленде. Мы берем определенное количество препарата и равноценно можем распределить. Молочная кислота, она осветляет, она выравнивает тон кожи, она снимает ряд кожных загрязнений и также очень хорошо осветляет постакне. Молочный пилинг – идеальная предподготовка перед нанесением последующего химического пилинга. Здесь мы будем применять альфа-гидрокислоты, которые очень хорошо и активно будут уже первым этапом активного ухода, работы с эпидермисом, будет выравнивать тон кожи, будет поросужать. То есть у нас будет вот такие послойные нанесения препаратов, которые будут позволять у клиента делать элементы очистки, но без применения травмы. Эта процедура, она предусматривает нанесение препаратов, которая выдерживается по экспозициям. Лактолан мы будем выдерживать под влажным компрессом в течение 10 минут. И пока у нас будет 10 минут, мы перейдем к следующей модели. Делаем компресс. Накладываем салфеточки. И берем, смачиваем полотенце. Засекаем время, 10 минут пошли, но мы их не будем прогуливать, и мы перейдем к следующему клиенту. Очень хорошо то, что процедуры позволяют нам работать сейчас в режиме нон-стоп. На практике производить косметологам не надо, но когда мы делаем такой показ, это очень удобно, экономится время. Наши модели в любом случае получат очень качественную атравматическую очистку кожи и останутся очень довольны. И я надеюсь, через месяц мы опять снова их увидим уже на дальнейших процедурах. Ну, а может даже и раньше. Подготавливаем модель возраст 50+. Здесь мы будем принимать решение по работе с компанией «Доктор Шпиллер». И начинаем мы наш уход с очищения. Сегодня для работы я возьму травяной очищающий гель. Пенная субстанция, очень приятная, гелевая, идеально подходит для первичного нанесения препарата. Очень хорошо снимает роговые чешуйки. Если бы мы этот мыльный препарат применяли для молодого пациента, то его можно было бы оставить на 5-10 минут. То, что я и рекомендую детям в домашних условиях. Не пересушивает поверхность. Очень приятно пахнет. На этапе нанесения уже успокаивает нашего клиента и подготавливает к дальнейшим процедурам. Для того, чтобы у нас уже на первом этапе шел хороший эффект очищения, можем оставить на 2-3 минуточки. И для того, чтобы клиенту было приятно, мы немножечко промассажируем, проэмульгируем эту легкую пенку. У нашей модели здесь мейкапа не было, поэтому демакияжным здесь не потребовался. Здесь достаточно было только очищающего препарата. Серия травяная идеально подходит для травматической чистки любых возрастных категорий и особенно для чувствительной кожи. Это очень большой плюс. Сейчас очень много клиентов, которые действительно с чувствительностью повышенной. Это та марка, с которой я люблю работать, начиная с новыми клиентами, для меня непонятными, с их реакциями, ознакомиться, посмотреть. И действительно, вот первый этап, вот он выглядит вот таким вот образом. Очищение, тонизация, нанесение ферментного тоже пилинга. Здесь мы с кислотами не будем работать, только с ферментами.
тщательно смываем. Кожа уже на этапе очищения, она уже меняет свой цвет. Это, ну, как бы радует косметолога. Клиент, конечно, этого не видит, но для меня это очень заметно. Следующий этап – это будет тонизация. Зачем нам нужны тоники? Они дополнительно дочищают то, что нам расщепило очищение. И они на данном этапе несут какую-то функцию. В данном случае мы делаем атравматическую чистку. Значит, этот лосьон, он будет очень хорошо нам дополнительно снимать уровень загрязнений кожных. И подготовит кожу к нанесению уже последующих препаратов. Вот он лосьон. Обрабатываем. Шею, лицо, декольте, кроме век. Немножко задержусь о препарате травяном. Этот лосьон в домашних условиях, если есть подсыпание, можно оставить на 2-3 минуты на место подсыпаний. И убрать, не смывать. Очень хорошо снимает воспалительные процессы. При этом не обезвоживая кожу и не травмируя ее. Здесь нет никаких спиртовых добавок. Здесь идет травяные у нас основы, травяные нотки, которые работают очень хорошо фитотерапевтически. Следующий этап – это нанесение пилинга. Пилинг жожоба. Очень люблю, очень предпочитаю уже многие годы. Незаменимое средство в применении травматической чистки. Я сейчас покажу так, как я применяю для пациентов возраста 50+. Он имеет белую субстанцию. Приятен, опять-таки, в аромате. Вот когда приходят пациенты и жалуются на тусклый цвет кожи, серый цвет кожи, я предпочитаю этот препарат проработать достаточно активно в течение 5-10 минут в форме легкого массажа. Разогреть хорошенько кожу. Но мы сегодня чуть-чуть по-иному проведем. Я проэмульгирую и положу теплый компресс, который позволит нам растворить ферменты. А ферменты, входящие в состав этого замечательного скраба-пилинга, очень хорошо нам расчистят доступ в межклеточное пространство, расщепят межклеточный цемент, так называемый. Для усиления эффекта мы накроем пленочкой. И нанесем тоже компресс на 5-10 минут. И утеплим ферменты, которые хорошо нам подснимут верхний роговой слой. А травматическая очистка, она хорошо работает в пределах рогового слоя. То, что нам и надо. Потому что всех очень сильно беспокоят черные точки. В данном случае черные точки, проживая в промышленной зоне, они будут эпизодически у нас накапливаться. И вот это вот одни из методов именно атравматической очистки, которая и позволит нам, скажем так, очистить эпидермис от таких загрязнений. Твердых жидких частиц, которые попадают у нас извне на кожу. И готовим компресс. Две модели находятся под компрессами. Мы приступим к третьей модели. Здесь мы позаимствуем в компании Holy Land демакияж, потому что у нас будет атравматическая чистка кожи, и тот мейкап, который у нас присутствует, нам сегодня не нужен. Сейчас, конечно, модели приходят к нам, у них татуажи, сложно понять, помада это или уже выполненная работа специалиста.
Но тем не менее, очищающий препарат идеально снимет все и кожные загрязнения, и косметические. Очищающее средство на самом деле для демакияжа достаточно сложно подобрать. Не все компании соответствуют своим стандартам, потому что веки очень чувствительная часть и сложновато на самом деле подобрать для работы средство. В данном случае то, что мне очень нравится, это двухфракционное очищение компании Holy Land Cosmetics и двухфракционное очищение компании Dr. Spiller. Периодически я их, ну, как бы изменяю им друг другу. И теперь приступим к последующему этапу. Сегодня мы возьмем специализированное мыло, кислородное. Оно наносится на сухую поверхность. Наносим на сухую поверхность, выжидаем эффект пеночки. Она у нас проработает, потом мы можем смыть это. Корейская марка оказывает очень быстрый результат уже на этапе очищения. Это уже является первым элементом от травматической очистки кожи. Это может быть и в домашних условиях, и также послужит нам для более, скажем так, серьезной проработки ультразвуковой лопаточкой для салонного ухода. Потихонечку проэмульгируем. Ультразвуковая очистка проникает у нас само действие ультразвука где-то до 2 мм на коже. Не путайте. Этот препарат, с которым мы будем сегодня работать, проработку сделает по очистке, выравниванию тона. Но комедоны, те, которые глубоко внутри, они не выйдут. Не надо этого ожидать. Всего лишь 2 мм проникновения ультразвука в эпидермис кожи. Но мы получим очень классный выравнивающий результат, увлажняющий дополнительный. Мы сегодня в данном случае будем выполнять ультразвуковой пилинг на кислородном лосьоне из серии Genosis. По протоколу, ничего не путая. И вот уже на этапе очищения мы видим, насколько хорошо кожа начинает сиять здоровьем. Закрываем ушные раковины, потому что у нас будет жидкость. Для проведения процедуры мы берем бустер. Он у нас новый, мы сейчас его тоже распшикаем. О, отлично. Орошаем поверхность. Начнем работать с правой половины лица. Достаточное количество наносим. Добавляем по мере необходимости. Включаем ультразвуковую лопаточку. И начинаем бережное ультразвуковое действие. Клиент абсолютно не испытывает боли. Процедура в летний период особенно приятна, потому что она очень хорошо охлаждает. Единственное, при применении ультразвука клиент будет ощущать, ну, скажем так, звуки такой крепитации. Но это временное явление, поэтому 5 минут одна сторона, 5 минут вторая, шея-декольте 5 минут. То есть до 15 минут человек спокойно выдерживает, скажем так, ультразвуковую волну. Такую процедуру можно проводить по необходимости, в среднем один раз в месяц. Очень хорошо подходит для пациентов 30+, без травмы,
очень хорошо очищает. Уже как бы в возрасте 30+, меньше выделяется жира, чем в юном возрасте. И здесь мы спокойно можем работать уже вот такими методиками без нанесения активных препаратов именно в летний период времени. В аппарате установлен таймер. Таймер нам подскажет, когда закончится действие. Очищаем нашу кожу от кожных загрязнений по истечении 15 минут проведения ультразвуковой очистки. Для того, чтобы успокоить нашу кожу, для того, чтобы дать ей полезные компоненты, в данном случае мы будем применять интенсивную восстанавливающую коллагеновую маску и оставим ее на 20 минут. Она уже готова к применению. Она находится в специализированном контейнере. Здесь уже маска готова полностью к употреблению. Сейчас я вам ее покажу. Незаменимое средство, которое можно с собой взять в любое путешествие. Оказывает действие моментально по разглаживанию, успокоению. Очень хорошо после курортов, после солнечных инсоляций, а также после активных процедур у косметолога. Таких как процедура пилинга для успокоения кожи, ультразвукового, либо химического. Обладает очень приятным запахом и текстурой. Эту маску можно не смывать. По прошествии 20 минут остатки вбить в поверхность и оставить на 6-8 часов. В сыворотке много, в самом контейнере много сыворотки. Остаток мы добираем и оставляем на коже шеи, декольте. Наша модель пока отдыхает, мы переходим к первой модели. Убираем компрессы и снимаем пилинг лактолан. Он очень хорошо скатывается, это пилинг-скатка, и уже на этом этапе хорошо убирает загрязнение эпидермиса. То, что у нас не скаталось, мы доубираем обязательно уже водой. Эту процедуру можно проводить даже детям уже с первых обращений. Она их не напугает ничем, она будет безболезненна. Будут ощущения только пощипывания в определенных моментах, но я обычно клиента всегда об этом предупреждаю заблаговременно. И после этапа эксфолиации с помощью пилинга лактолан мы применяем альфа-гидроксильную группу кислот, которая состоит из 5 кислот. Здесь у нас 12%. Наносим препарат на 10 минут. Яблочная кислота, входящая в состав, очень хорошо укрепляет капилляры. Салициловая кислота снимает уровень воспаления. Винная кислота, она очень хорошо у нас будет служить в этом случае как такой корректор возрастных изменений. Потому что это фитоэстроген у нас.
и он хорошо регулирует именно уменьшение подсыпаний на коже. С учетом того, что обычно у молодых девушек в период или пост менструации всегда есть подсыпания. Гликолевая кислота протаскивает все виды кислот в данном случае глубоко в кожу и оказывает увлажняющее действие. Поэтому каждая из кислот дает свое. Молочная кислота здесь также присутствует. Уже в другом проценте, в другом соотношении и является великолепным кератолитиком. То есть хорошо отшелушивает мертвые клетки. В сочетании 5 кислот срабатывают идеально. 10 минут мы выдерживаем. И пока у нас есть время, мы приступаем к другой модели. Снимаем пленочку и умываем пилинг, который у нас был на поверхности кожи. Он убрал у нас все кожные загрязнения, открыл межклеточное пространство. Кожа сразу осветлилась, увлажнилась. Гранулы жожоба полностью у нас растаяли и оказали свое смягчающее действие. Обрабатываем опять лосьоном. И наносим маску. В этот раз я предпочитаю маску, которая называется у нас Terra California. Она имеет зеленоватую основу, очень красивую. Это говорит о том, что она полностью успокаивает кожу. Она хорошо дополнительно абсорбирует кожное загрязнение и при этом не обезвоживает, а наоборот очень хорошо увлажняет. То есть здесь мы преследуем для возрастной категории 50+, не только очистку эпидермиса от кожных загрязнений, но и смягчение, дополнительное увлажнение и успокоение кожи после нанесения ферментного пилинга. Такая маска может выдерживаться, если время позволяет нашей пациентке, до 40 минут. Часть препарата в любом случае впитается в кожную поверхность. Часть препарата будет у нас просвечиваться. Зависит это от степени обезвоженности кожи. Поэтому иногда мы можем не применять воду, а лосьоном аккуратно добирать остатки и закрыть человека по типу кожи кремом, либо того не требуя, уже маска у нас будет служить в принципе как дополнительным кремом, и отпустить домой. Но так как у нас день и женщине нужно решить массу разных своих вопросов, мы по истечению времени маску уберем и закроем кремом. Еще один препарат, который я сегодня покажу и очень люблю его использовать в своей практике, это идет у нас бальзам Априкот. Я его применяю как маску для контура века и для контура губ. Имеет масляную текстуру, очень приятно пахнет абрикосом. Покрываем полностью всю поверхность. По истечении времени препарат фактически весь будет съеден кожей. Идеальное средство для очень пересушенных губ. Иногда я клиентам отсыпаю этот препарат домой. Это рекомендуется для тех, у кого очень часто бывают потресканные губы, люди, которые проходят определенное лечение, и у них есть сухость слизистых, этот препарат незаменимый помощник на самом деле. Очень ярко он идеально подходит в зимний период времени, когда очень холодно и когда хочется максимально смягчить нежную поверхность. И мы оставляем на 40 минут нашего клиента. Смываем альфа-гидроксильную группу кислот по истечении времени.
обслуживания, особенно там, где есть определенные уровни травмы. Осушаем хорошенечко салфеткой. И следующий этап – это будет нанесение лосьона для того, чтобы мы разогрели кожу и нанесли лосьон, который и будет служить у нас сегодня катализатором чистки кожи лица. Фейс-лоушен содержит камфору. При нанесении дает разогрев. Когда есть воспалительные элементы, как у нашей модели, в лобной части, мы можем на 2 минутки задержаться и положить вот такой вот компрессик. Раз, и подержали немножечко. Кожа разогревается, температура кожи поднимается, лицо должно очень сильно покраснеть. Зависит это от цвета кожи пациента и от расположенных капилляров. Это нормальная реакция на применение данного вида лосьона. Не вздумайте это проводить дома. Только косметолог имеет право дать возможность назначить такой вид препарата в домашних условиях. Поэтому для салона мы применяем вот таким вот образом для разогрева. И берем второй лосьон. Это называется лосьон Solution. Он содержит у нас арнику, гамма-мелис и обладает очень хорошим разрыхляющим свойством. Мы можем его оставить под пленочкой от 10 до 20 минут у нашего клиента. Вот он как раз и является препаратом, который растворяет закрытые пробки, комедоны. Домой мы выдаем лосьон только для домашнего применения. Называется он у нас супер лосьон. И многие клиенты знают, что этот препарат действительно отвечает своим качествам в плане то, что беспокоит обычно молодых людей. Здесь мы накрываем пленочкой. Оставляем на 10 минут. Пока у нас наш юный клиент находится на очистке кожи без травмы, мы приходим к другому нашему клиенту. Подошло завершение нашей процедуры от компании Genosis с применением ультразвуковой чистки. Убираем маску, остаток впитываем в кожу и применяем крем на закрытие, крем BBC компании Genosis, крем, который полюбился всем за все 4 года нахождения этой марки официально в Украине. Крем имеет тональную структуру, крем, который скрадывает дефекты кожи, имеет SPF-фактор и при полугодичном использовании препарата регулярно работает осветляюще на пигментацию. Так как сейчас летний период, я закрываю нашу модель кремом по ее типу кожи, по проблеме. Этот препарат – идеальное завершение процедуры ультразвуковой чистки. Следующий этап – это нанесение будет маски после того, как поработал раствор Solution. Мы его не смываем. Мы сегодня берем минеральную маску. Она очень красивого цвета. Выдерживается 15-20 минут. Насыщает кожу микро-макроэлементами. Оказывает очень хороший поросуживающий эффект. И, конечно же, лечебный. Зону века мы не захватываем маской.
Минеральную маску также можно рекомендовать в домашний уход применять один раз в неделю на 15-20 минут. Что очень важно, не пересушивает поверхность. Но обладает очень ярким результатом, таким антисептическим, дезинфицирующим. Ну и, конечно же, лифтинговым. Поэтому у нашей модели мы профилактируем ее возрастные изменения. Отлично. Оставляем на 20 минут. И на веки я положу лосьон Азулен компании Holyland Cosmetics. Экстракт Васильки даст возможность увлажнить, снять микронапряжение глаза. На область губ в этом случае я положу алоэ вера гель с гиалуроновой кислотой. Имеет очень красивую желтую текстуру и непередаваемый аромат. Очень нравится всем. Для мужской кожи, кстати, может применяться как препарат после бритья. Максимально снимает степень раздражения и снимает уровень воспаления. Маленькое количество. Положим на область губ. Если вы его облизнете, он немножечко такого яркого, терпкого запаха, вкуса. Лучше не облизывать. Немножко горчит, неприятно. Все, наша модель здесь отдыхает. Приступаем к завершению процедуры нашей модели, возраст 50+. Смываем маску. Кожа необычайно светится чистотой, сиянием. Она очень хорошо увлажнена. Хотя в этой процедуре мы провели очистку кожи. Это очень важный, нужный этап в жизни каждой пациентки 50+. Это важная процедура, которая дальше будет, ну, скажем так, для нас проводиться где-то раз в месяц, раз в два, раз в три, а вот последующие процедуры будут идеально срабатывать. Здесь мы видим, что препараты шикарно проработали, мы в правильном направлении, и дальше можно смело работать с этим клиентом. Кожа у нас абсолютно спокойна. Дополнительно очищаем маску лосьоном. И сегодня мы будем использовать крем на завершение. Это крем Азулен. Это крем дневной.
Идеальное решение для клиентов с куперозом, чувствительной кожей, с жирной кожей, обезвоженной кожей. Идеальное решение для сегодняшней нашей процедуры. Имеет очень красивую голубую текстуру. Этот препарат, он очень легкий, очень приятно, нежно пахнет. Этот препарат идеально подойдет для жирной, обезвоженной кожи в летний период времени. Также подойдет для пациента возраста 50+, при наличии сосудов расширенных на лице. И идеальное решение после завершения этапа очистки, для того, чтобы успокоить и дополнительно увлажнить. Работая в кабинете, я привыкла сочетать разнообразные косметические средства. Поэтому я сегодня позаимствую крем с SPF 30 в компании Genosis BBC. Здесь он также идеально подойдет. Еще раз его покажу. И напомню, что препарат корректирует пигментные пятна, постакне, защищает кожу от ультрафиолета, не пачкает одежду. При полугодичном использовании дает очень хороший осветляющий результат на поверхности кожи. И идеальное средство после любой процедуры, которую проводит косметолог в кабинете, для того, чтобы можно было выйти на улицу и выглядеть потрясающе красиво. И вот вторая модель наша на сегодня готова. А мы сейчас поработаем с нашим юным пациентом возрастом 20+. Вот с ней придется дольше всего сегодня работать. Завершили этап по нанесению маски, и наша задача сейчас — это защита, увлажнение, восстановление после химического пилинга. Возьмем восстанавливающий лосьон Азулен, обработаем кожу, успокоим, увлажним. Возьмем небольшое количество алоэ. И закроем кремом по типу кожи.
я сегодня хочу закрыть препаратом из серии альфа-бета-ретинол. Это дневной крем, в составе которого есть SPF 30. Этот препарат содержит растительный ретинол и альфа-гидрокислоты и послужит в течение хорошего сегодня времени как фактор лечения после проведенной процедуры дома. После атравматической чистки на коже наших клиентов умываться можно будет через 6-8 часов, то есть вечером. Следующий этап – это Double Action пудра. Мы ее наносим на поверхность кожи. В составе альпийский мох – это натуральный антибиотик из растений. Пудра нам дает возможность этап скольжения. Я сейчас хочу выполнить процедуру дарсонвализации. Токи дарсонваля – идеальное решение для кожи проблемной. Дополнительно дезинфицируют, проводят косметические средства более глубже в кожу. Создают стерильное поле. Проверяем и работаем. Озонируем нашу кожу, оздоравливаем. Процедура проводится до 10 минут по лимфодренажным линиям. Эта процедура, конечно же, имеет свои показания и свои противопоказания. Поэтому индивидуально с клиентом мы здесь выясняем, можно ему делать эту процедуру, либо нет. Она абсолютно не болезненна, мерно потрескивает. Клиент после процедуры может отмечать легкое покалывание. Это очень хорошее завершение травматической чистки для молодых пациентов. Яркий результат процедуры будет виден через 7 дней. На 3-4 сутки кожа клиента отшелушится, зачастую незаметно для него, при таких этапах, как умывание дома. Только там, где есть какие-то микровоспаления и раневая поверхность, может быть шелушение. Легкое и очень поверхностное. К 7-му дню формируются новые клетки, и кожа оздоравливается. Такую процедуру рекомендуют производить для клиентов молодых где-то в среднем один раз в 2, один раз в 4 недели. Количество мы уже смотрим, сколько будет необходимо. По мере оздоровления ткани мы приглашаем все реже и реже наших клиентов на такую процедуру. Как я уже и говорила, процедуру от травматической чистки от компании Holy Land Cosmetics мы можем производить даже для маленьких детей, если есть в этом надобность. У них уже есть на то показания – расширенные поры, воспалительные элементы. Как вы видели сегодня, все три этапа очистки для разных возрастных групп мы проводили без применения инструмента. Сейчас в косметологии такое время, когда мы будем избегать дополнительных стрессов для кожи, потому что и так их достаточно. И косметические средства обладают очень высоким уровнем асептики, антисептики, и, соответственно, не требуют уже такого глубокого очищения, как ранее мы когда-то производили. Сегодня наши процедуры подошли к завершению. И я хочу сегодня дать небольшие рекомендации нашим девочкам, чтобы они были красивыми, здоровыми и поухаживали за своими волосами, кожей лица и ногтевыми пластинами. На сегодняшний день я хочу дать рекомендацию и направить наших клиентов в аптеку для приобретения замечательного препарата Натубиотин. Это препарат, который поухаживает за вашей кожей, тело, за вашими волосами и сделают более плотными ваши ногтевые пластины. Это решение для всех возрастных категорий 20+, 30+, 50+. Это первый препарат.
И для тех клиентов, у которых есть подсыпание, это препараты аптечной серии Тиразур. Тиразур гель для мелких точечных подсыпаний, а Тиразур присыпка для более плотных подсыпаний и более множественных. Идеальное решение для тех, у кого сыпет грудь, спину и множественные высыпания на лице. Спрашивайте в аптеках. Косметолог Марина Соболь рекомендует эти препараты. Апробировано на себе. И еще один препарат из аптечной серии Илон для очень плотных воспалительных элементов и для тех, у кого врастают волосы после депиляции или бритья, также подойдет для всех членов семьи. Также идеальное решение для аптеки. Пожалуйста, приобретайте. Ценовая категория очень доступна. Действительно проверена уже на своих клиентах. И на сегодня все. Уважаемые мои телезрители, спрашивайте, говорите, буду учитывать все ваши пожелания. Я надеюсь, что я вам была сегодня очень полезна. До скорых встреч!